Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game. Так, квест нас позвали поговорить с Ярлом Полкридом. Он нам письмо прислал. Давайте узнаем, что он от нас хочет. Что ж ты хочешь от нас, Ярл? Да. Какой молодой. Чего тебе надо? Мне достали письмо от тебя. Я Хёрк. А, это ты? Ну да. Ну, теперь посмотрим, правду ли о тебе люди говорят. Что в моем владении есть шайка разбойников. И раньше мы ладили, негласно. Поначалу они платили как полагается. Но теперь пора все подчистить. Займись этим. Будет сделано, мой Хорошо. Генерал, или... Ай, мой ярл, да. Наверное, быть ярлом трудная работа для неопытного Какая человека. Какая вообще работа? Я же ярл. Я ем самое сочное мясо, пью лучший... Ладно, понятно. Быть ярлом проще просто. Да последний. Теперь он доблестно служит нам как... Правда, мне было бы скучно. Но я, наконец... Если честно. Я здешний управителем, когда Сидгейр не хочет ничем заниматься. На протяжении... Со временем слава Фолкрита немного померкла. Понятно. Но кладбище остает. Так, давай, наверное, остальные... Остальные, наверное, уберу, чтобы мне не мешались. Поспешно. Но он прислушивается к нашим схемам. Так, а куда нам нужно с вами? Так, найти, приручить, нет, стойте, я понял. Убейте главаря разбойников. А где ты находишься у нас, главарь? Хребет дракона, да? Так, а мы где находимся? А мы тут. Ну, давай доберемся до тут, я тогда и там и врублюсь, ребят. Так, ну добрался я до лагеря. Тут у меня напали бандиты, блин, и лошадка моя убежала куда-то. Кошмар, а как теперь ей найти мою лошадку? Лошадка! Тут кто-то тут есть. Здравствуйте, а, вы же бандит. А ты что, не слышал, как я твоих друзей там убиваю? Он тут алхимничает, царить. Тут ничего тебе нету интересного. Тут сзади меня там бандит еще один. Какой сюрприз? Вот то пак. Что они какие-то слабенькие, кстати, бандиты. Так, отмычку мы забираем. А чё они вообще не слышат, что я и этот нападаю на ихних друзей? Бандюк. Ух ты, нифига себе. А это было эпично, ребят. Голову мы ему отрубили. И тем более булавой отрубили ему голову. Там, наверное, голова просто должна отлететь была. Они... Оторвалась, наверное. Наверное, скорее всего, а не отрубил я. Так, давайте мы с вами поспим до утра. О, кстати, уровень апнули, я даже не заметил. И давайте что-нибудь с вами прокачаем. Так, тяжелую броню там до 40 надо прокачать мне. Так, что еще с вами можно прокачать? Кстати, прокачал я вот эту скиллуху. Урон от силовых атак на... Нет, не эту. Бру. Или эту. Силовых атак увеличивается и разблокирует обезглавленные. Да, вот. Так, насчет скиллов давайте потом как-нибудь, потому что долго читать. Ой, холодно. Холодно, мать. Я, кстати, лошадь так и не знаю, куда мне убежала. Здравствуйте. Она вообще, если честно, тут я что, убиваю их них этих? Они как-то вообще, типа, глухие. Лагерь глухонемых бандитов. Так, сразу давайте утро ты наступил, мы сразу попитаемся. Так.
И так же и согреемся. Слушай, сразу на огонь встанем вот так, чтобы. Камни у них. Ну и давайте шахта острие. Острие ножа. Так. Кстати, Лидия куда-то пропала. Я пока один, придется мне. Хотя тут, я помню, если... Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, товарищи. Дружище, я тебе дам дружище. Это все, что умеешь? Ух ты, нифига себе. Что мы так, теперь каждый раз будем отрубать им голову? Так, броня, кстати, у меня такая же броня. Стальной шлем. О, ты так же одет, как и я. И третий камень уже. Так, навык улучшенный... Так, какой это? Навык улучшения оружия и брони увеличивается на 12. Кстати, наверное, вот его и стоит одеть. Ага. Давайте. Оденем. Это колье. Хотя я вот это хотел. Какой? Нет, не это хотел, я вру. Какой-то я другой хотел надеть. Так, здесь ничего нету. Адепт, нифига себе, адепт. Сможем мы сломать? Ага. Где-то тут находится. Ух ты. Железную руду, конечно, добывать тоже не будем. Это не сейчас, как-нибудь потом, может быть, когда кузнечным делом займемся, а мы когда-то займемся, потому что я-то тяжелые доспехи качаю, надо же их как-то прокачать, тоже улучшить. Так, вот теперь вопрос. Куда же моя лошадка убежала? Нет, я подумал, это лошадка. Из лошадки, конечно, трудно будет добираться. И позвать я ее никак не могу. У меня нет призыва лошадки. Блин, вот это, кстати, плохо. Что нет призыва лошадки. Но она где-то тут. Я так понял, она недалеко убежала куда-то. А, вот она. Будь ты маленький, ты мой. Ты что убежал от меня? Ребят, добегу я тогда до Ярл Форкрида. Волкрида. И там и подрублюсь. Так, я добежал на полкрита. Давайте слазим, я там еще и курьер. Я тебя посмотрим. Вроде все. Ладно, мне пора. Блин, а что ты мне дал? Вот ты. Писюн, конечно. Надо все теперь записки перечитать. Так. Я книжки точно мне давал, он мне какую-то записку передал. А вот какую, он мне не сказал. Вот, все. Поговорить с воительницей. Ага, так, лошадь, стой. Ты, кстати, ребят, напишите, кто знает, как лошадь вообще призывать, или типа... Она же, по идее, за мной должна как-то следовать. Так, Ярл, я выполнил. Рад тебя видеть. Пусть знают, что бывает, если мне не платить. Вот, это награда за службу. Знаешь что? Ты мне нравишься. Не в настоящем. Даю тебе право приобретать собственность во владении Фолкрид. Если задумаешься о покупке, При дворе есть покои для нового Тана. Угу. По большей части это просто почетный титул, но и у него есть несколько привилегий. Однако даровать этот титул я могу только тому, кто известен в моем владении. Помогай моим людям. Тогда короче, я сделаю тебя Таном. Тогда три квеста надо выполнить в районе... Ну да, вот один выполнили. Заходи мы, в принципе. Как-нибудь поболтать. Может, у меня найдется... Еще два квеста, и мне дадут Тана. Кладбище Фолкрита напоминает нам, что война тут частая... Так, это его покои, я понял. Нет, с этим не будем говорить, потому что это
империей связано. Я, не дай бог, не хочу. Сидгейр может иногда действовать поспешно. Ярл объявил награду тому, кто победит дракона, наводящего ужас на окрестности. Вот. Но это как-нибудь потом мы, ребят. Мелкий квест, в принципе, для я меня, этот. Да и для всего Фолкрита. Это лишь очередная кто? Война. Нападение дракона, ля ты посмотри. Так, давай, куда-нибудь падай, дракон. Лучше пойду по добру, да, идти. Я бы тоже так пошел бы, если честно. Так. Тут, походу, в этой деревне полкрыто только одно здание, да, можно? Где? Садиться. Блин, я, кстати, на него потратил уже десяток стрел. Угу. Ну и давайте теперь добивать его. Получай, паршивец такой. На такой ноте, ребят, конечно, и не грех закончить. Тебе там не попадался, пес? Даже не... Кстати, еще один плюс квест еще тут активировали мы. Поговорить с Лодом. Ага. Ритуальчики, знаете, лайк, подписки и коммент, с меня видосик, не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения, ребят. Добровольцев. Мы охотимся на вампиров. Но это мы уже в следующей серии узнаем про Стражу Рассвета. Знаю, что дозорные охотятся за тем.